велодорожка на Ленинградском шоссе. По одной полосе в каждом направлении. Но будьте осторожны, здесь вот такие бывают сужения из-за вентиляционных колодцев. Такие колодцы могут стоять прямо посередине дороги. Велодорожка прерывается автомобильными съездами, поэтому тоже будьте осторожны. Раньше на них даже стояли специальные знаки, а вот и на тех пор они стоят. Окончание велодорожки, а знак начала велодорожки куда-то исчез. Вот здесь она сужается. Причем иногда по вот этим камням ехать удобнее и быстрее, чем по этой дорожке, потому что они уложены ровнее, чем асфальт.